В преддверии мусульманского праздника Курбана теологи Центра оказания помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений Шапагат совместно с представителями Атарауской сельской мечети посетили детскую деревню семейного типа Шанырак. В ходе благотворительного мероприятия они организовали для детей игры, привезли батут, аппарат для приготовления сахарной ваты и множество вкусностей. Воспитанники детского дома были очень рады гостям, которые устроили им настоящий праздник. В ответ они подготовили для них целую концертную программу. Директор детской деревни семейного типа Шанырак поблагодарила от имени детей за оказанное внимание. Конечно, хочется поблагодарить вот сегодня, кто организовал это мероприятие. Это общественный фонд «Шапагат» совместно с волонтерами. Они организовали игровую площадку в виде батута для маленьких детей. Для более взрослых это интеллектуальные игры. В этот день подарить радость детям приехали около 30 человек. Все они насладились теплым общением и пообещали приезжать почаще. Мы организовали сегодня детям такой праздничный день. Подарили детям игрушки, подарки, батуты. Организовали хорошие игры. Отдельно благодарим Джамагату, Атарауской сельской мечеть и имаму.